Добрый день! Вас приветствует доктор Дэвид Хибер. Белки образуют барьер между кишечником и его содержимым, поддерживая рост слоя клеток, которые выстраиваются в кишечнике вдоль микроскопических ворсинок. Они развиваются в так называемой крипте. Клетки в крипте образуют новые клетки примерно каждые 6 часов и по мере развития перемещаются вверх кончиком ворсинок. Они отрываются от кончика, чтобы освободить место для новых клеток. Этот процесс выполняет пищеварительные функции и формирует барьер, защищающий 70% иммунных клеток, расположенных под поверхностью ворсинок. Недостаток белков в питании приводит к разрушению барьера, что влечет за собой пищевую непереносимость, аллергию и другие проблемы с иммунной системой. Для поддержания здоровья иммунной системы наряду со сбалансированным питанием нужно, чтобы в каждом приеме пищи было правильное количество белков. В следующий раз я поговорю о вашем личном микробиоме.